В среду ивановские коммунисты протестовали возле департамента строительства и архитектуры. Повод для протеста – возведение кафе на берегу Запрудки в Кохме, начавшееся в мае этого года. Территория в 20 соток с вековыми соснами была обнесена забором. Местные жители высказались против застройки, но остались неуслышанными. После выяснилось, что хозяйка будущего общепита – жена председателя департамента спорта и туризма Николая Зотова. А сама постройка мало похожа на кафе. По словам местных, это скорее жилой дом с уже выстроенной баней.